вам есть чем гордиться. Всего чуть более 40 сотрудников, вы проделали огромный объем работы, провели более 4000 проверок по сообщениям, обращениям, заявлениям граждан о преступлении. Защита общества и личности – их главная задача. Для этого постоянные выезды на место преступления, причем часто ночные, тщательные расследования, регулярные допросы. Год работы показал, как много зависит от профессиональных качеств сотрудников. И в этот день отметили лучших следователей. Майор юстиции Ананьев Роман Владимирович. Поздравить всех сотрудников Следственного комитета пришли и те, кто только мечтает стать настоящим следователем. Ученики Некрасовской школы-интерната, над которыми комитет взял шефство, подготовили целую программу. Примите от нас поздравления и спасибо за доблестный труд. Раскрываются пусть преступления, а родные пусть любят. Сотрудничество со СМИ тоже часть работы комитета. Ведь людям важно знать, что происходит в их городе и как их оберегают. В день празднования своей первой годовщины Следственный комитет поблагодарил тех, кто помогает освещать их нелегкую работу. В их числе и наша телекомпания. В свою очередь сотрудники «Истоков» присоединяются ко всем поздравлениям. Мы готовы и дальше информировать жителей о том, как соблюдается закон в нашем городе. Анастасия Тимоничева, Андрей Борискин для программы «Оперативный эфир».